Вертолетчики тоже не сидели без дела. Экипажи воздушных судов отработали взаимодействие с силами флота. Прежде всего, с одной из атомных подводных лодок в акватории Баренцева моря, сблизившись с кораблем при помощи спускоподъемного устройства на борт субмарины, был спущен один из членов экипажа вертолета-спасателя, который осуществил условную передачу медицинского груза. Работать экипажем вертолетов К-27ПС Северного флота приходилось в непростых метеорологических условиях. Также они отработали задачи по поиску и слежению за подводной лодкой условного противника.